2017 год. Санкт-Петербург. Российская стекольная компания, лидер в промышленной переработке стекла, презентует новый бренд высококачественных стеклопакетов с наивысшими показателями эффективности и широкими потребительскими возможностями. В цехах российской стекольной компании на современном высокоточном и технологичном оборудовании с особой бережностью и под пристальным вниманием службы контроля качества производятся стеклопакеты X1. 80% окна состоит из стекла, и от качества сборки стеклопакета зависит наш будущий комфорт и уют в доме. Полностью автоматизированная система подачи и раскроя стекла значительно сокращает время производства будущего стеклопакета, а программное управление станком позволяет добиться высокой точности резки. Промежуточный, но не менее важный процесс производства стеклопакета – обработка кромки. Только после этого обязательного этапа стекло можно закалить. В процессе закалки стекла температура в печи достигает 650-680 градусов по Цельсию, а после нагрева происходит быстрое и равномерное охлаждение. На этом этапе мощная струя холодного воздуха может опускаться до отрицательных температур. При этом в стекле образуются внутренние напряжения, обеспечивающие его повышенную механическую прочность, стойкость к образованию термошока и безопасность при разрушении. Передовые технологии цифровой фотопечати позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские замыслы. На стекло может быть нанесен рисунок с различной степенью прозрачности, что изменит количество естественного света в помещении. Многослойное стекло, триплекс, состоящий из двух и более стекол с промежуточными слоями пленки, обладает повышенной ударопрочностью и звукоизоляционными свойствами. В зависимости от состава триплекса определяется степень защиты от взломов, вооруженного нападения и взрывов. Окна со сверхспособностями X1 соответствуют классу безопасности R2A и снижают уровень шума на 39 дБ. Сборка стеклопакетов – самый ответственный этап на пути рождения вашего окна со сверхспособностями. Именно этому процессу уделяется особое внимание. Высококвалифицированный персонал, управляя современным высокоточным оборудованием, отслеживает и контролирует каждый этап сборки стеклопакета. В зависимости от выбора стекла со специальным покрытием, стеклопакеты X1 обретают солнцезащитные и энергосберегающие свойства, а дистанционная рамка «Теплый край» препятствует обледенению и появлению конденсата по краю стекла. Для увеличения энергосберегающих свойств стеклопакета в камеры закачивается инертный газ аргон. Стеклопакет прочно герметизируется, обеспечивая механическую прочность конструкции и проходит обязательную проверку службы контроля качества. На стеклопакет наносится маркировка, и он полностью готов стать вашим окном со сверхспособностями.